Его нет с нами уже 13 лет, но до сих пор многие помнят его и любят. На торжественный вечер, посвященный памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая, пришли представители светской и церковной жизни Нижегородской области. В рамках чествования 90-летия митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова состоялась презентация нового номера альманаха «Благовест», а также были вручены благодарственные письма.